Всем доброе утро, мы вышли погулять. На нас утреннюю прогулку. Я чуть-чуть шарф одела, сегодня тепло. Ну ладно, сейчас сниму машину. Да, Кутя? Угу. Сегодня прям жаришка. Прям очень тепло. На солнце вообще прям классно. Не то, что вчера. Так, мы пришли за кофеечком и за блинчиками на завтрак. Решили сегодня так позавтракать. Я уже есть хочу, пока Игорь проснется, соберется, как терракератус из подбородка. Пока Игорь проснется, соберется, в общем, я уже голодная. Сейчас по завтракам на улице где-то посидим, и потом еще прогуляемся. Ну а вообще сегодня понедельник, адский день, уже столько работы, я уже увижу, что у меня столько задач сегодня. Жесть, я еще со вчера их спланировала. Короче, я заказала кофе, купила многоразовый стакан, и блинчики взяли. Такой прикольный стаканчик, желтенький. Я заказала шаурму и Игорь шашлык. Вот, попробуем. Короче, в Блинбери мой самый любимый блинчик. Вообще, я не знаю, я его раз, может, 5 ела. Ну, я не часто ем прям, но Рафаэлло, который, он, короче, офигенный, как рафаэльные конфетки с кокосом. Ой, блин, они его убрали. Хочу написать им обращение, что верните блин. Вот. Ну, навряд ли вернут, но напишу. Вот. Так что всем приятного аппетита, у нас завтрак. Если честно, я уже не знаю, кого мы больше кормим. Воробьев, голубей или крыс. Крыски опять выбегали и тоже берут хлеб. Может, сейчас выбежит, я ему туда положила кусочек. Что-то пока не видно ее. А голубь вообще играет с хлебом. Никого не подпускает. Большой кусок гоняет это сюда. Блин, сейчас голубь заберет кусок для крысы, который. Нету крысы, да? Вон она, крыска, вон она, вон она. Бегает, гоцает там. Найдет, не найдет? Ну, у них нюх хороший, вон, вон. Уже рядышком. Где она? Я на камере не вижу. Вот она. Оп. Появились такие уже полянки с цветами. Вообще такая красота. Классно. Мы гуляем. Гуляем в нашем парке. Уже все зеленеет даже. Смотрите, как красиво. Здесь вообще целая полянка цветов. Я говорю, ты загугли пока, что за цветы. Красиво. Классно так. Так много. Вообще. Смотрите, как классно. Так много желтых цветов. Вообще. Игорь решил мне нарвать букетик. Так много, так классно. Их я вижу, что каждый год становится больше и больше. Прямо они как-то мутируют, так скажем. Прикольно. Так и не узнали, что это за цветы. Что-то много всяких наименований там. Такой лесочек еще тут. Ой, какая сегодня атмосферная прогулка утренняя. Вы тоже гуляете, это клево. Прям реально создавайте из прогулки нечто большее, то есть фоткайте, там что-то поснимайте, выложите в инстаграмчик там, вот, или еще, фу, ну Игорь. Ну что, мы после прогулки пришли уже, я уже сижу за работкой, и Игорь пошел компотик разлить, мы вчера компотик сварили, вот. Вообще компоты это вещь, но иногда прям надо найти всю силу и просто достать ягоды и накидать в кастрюлю. Но вообще это круто, что можно самому контролировать сахар. Я говорю, вообще себе сахар не сыпет, и мне чуть-чуть. Вот это, конечно, в этом плане удобно, потому что в соках и в газировках столько сахара, это вообще жесть.
Вот, я уже сижу, но, если честно, что-то сегодня как-то плохо выспалась. Хотелось поспать. Может, поработаем до обеда, поспим. Но у нас еще сегодня вечером в планах уборка. Так что дел полно. Знаете такую песню? Подружка проболталась, что с тобой так встречалась. По щеке бежит слеза, и скажу тебе в глаза. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Песня моей малышки. Рослик никогда не идет, ну, редко, на голое тело. И вот надо что-то постелить, тогда он придет, да, Зай? Игорь для него постелил плед, и он от меня ушел к Игорю. Мы в работке. Что-то так лень вообще, жесть. Ну, Зай, ты сломаешь его. Ой, у меня, кстати, как-то приближенно снимало. Вот, вот так. Так, у нас обед под вложек за 20 число, мой день рождения. И Игорь, ой, разогрел нам обед. Наши спагетти доедаем, сырка забабахал. Так что всем приятного аппетита, ребят. Ту-ту-тун-тун-тун. Так понравилось мне в немецкой деревне, до сих пор эмоции такие. Ладно. Ау! Ау! Как говорит, тут умничает, что пора интро уже укорачивать. Напишите в комментариях, кого уже под замучил. Да? Нет еще. Нет, еще месяц не прошел. Или прошел. Ну, короче, напишите, если будет даже один коммент, то буду сокращать. Mm-hmm. Интро делать прям коротенькое. И еще такой момент, Игорь прям. Ну ладно, сейчас буду говорить, как есть. Обосрал, короче, ролик за 19 число. Сказал, ему не понравилось, как смонтировано. Типа езда на самокатах, но на самом деле очень много наснимал, по 40, по 30 минут, и когда ты это ускоряешь, то получается, конечно, очень быстро, но я думаю, вы не будете же смотреть, как мы ездим 4 минуты, это же всем надоест. Напишите в комментариях, если хотите дать обратную связь, с кем вы больше согласны, со мной или с Игорем, то есть показать ускоренно, но передать атмосферу, что вот как мы катались, или все-таки там вырезать как-то, делать замедленней, может, где-то дольше, но вы будете это смотреть. Вот. Ну, просто на самом деле на сам влог много уходит монтажа, а если еще вот такие куски долго прям резать, вырезать, это еще будет. Вы вообще влогов не дождетесь. Ну, напишите, я не знаю, Игорь вообще вплоть говорит того, что ему так не понравилось, что он будет сам теперь монтировать поездки вот такие, если снимать что-то с креплением. Ну, пусть пробуют, я не знаю. Напишите, как вам, сильно не понравилось или нормально. Может быть, это у нас такой уже взгляд замыленный. Вот, там я делала где-то быстрее, где-то медленнее, но Игорь говорит, он бы прям по-другому там сделал. Типа, ты сделал медленнее и дольше. Mm-hmm. Вот, напишите, если хотите дать обратную связь, нам поможет, а то мы тут спорим. Вот, ладно, пойдем обедать, всем приятного, кто тоже кушает. Так, ребят, ну что, мы в работе, мы на самом деле уже давно поспали, отдохнули и сидим в работке. Игорь сейчас начал уборку, потому что я что-то прям долго сегодня все делаю, много дел, вот, и он уже так все мне помог, чем мог, и свои дела сделал, и, короче, сейчас будет начинать уборку, а я пока еще посижу в работе, потом подсоединюсь к нему. Вот, что-то голова так в обед болела, пришлось таблетку выпить, полежать, вроде сейчас более-менее, не знаю, нормально. Так что вот такие у нас дела. Блин, как вот так вот день пролетает, вообще жесть. Я что-то так устала. Так, ребят, ну что, мы убираемся и параллельно я начала готовку. У нас сегодня будет рыбка на подушке из овощей. В общем, вот такую вот купила приправу. Вот здесь вот на обратной стороне есть рецепт. Можете заскринить себе. В общем, тут, ну, совсем другие овощи написаны. Я буду использовать перчик, помидор, черри. Лимонный сок я использовала для заправки. Рыбка у нас кусочек на двоих. И здесь у меня брокколи, горошек и стручковая фасоль. Вот такие вот овощи я буду использовать. А приправу я сделала из масла, лимона, ну и саму специю вот эту. Сейчас это мне Игорь поделит рыбку на две части, и я буду это все собирать. Вот, так что. Ребят, ну что, вот такая вот у нас получилась рыбка на овощах. Все готово, мы попозже включим, потому что еще убираемся. Мне кажется, так ярко, аппетитно, прям вообще, так по-летнему как-то. Вот, так что все готово. В принципе, очень быстро.
открыли проветрить, и котики у нас тут выгуливаются. Хулиганы еще те, поэтому с ними я им не доверяю. Силька вообще дурной, мне кажется, может тягануть. А Реслик после того, как однажды, если вы помните эту историю, когда мы в Краснодаре были, хотел сбежать вон туда на балкон, не хотел, а вернее сбежал, то ему тоже нет доверия. Да, Сир? Сир, он лежит вообще. Реслик напряжен какой-то. Да, Реслюш? Дыши, дыши. Еще чуть-чуть можно. Мы тут все еще в уборочке. Так, вот видишь, что начинается? Сир, ты задира. Либо сиди, либо сейчас уйдешь. Мы еще в уборочке, Игорь тут все поправляет. Постельку застелили, я сейчас занавесочки поправлю, сейчас проветрим чуть-чуть. Сира! Видите, он сразу начинает куда-то идти. Ну! Вот. Так хорошо, свежо, классно. Сегодня погодка такая, вообще звезды. Вам видно звезду? Хорошая погодочка. Ребята, что мы сделали уборку, сделали заготовку ужина, и я так не хочу гулять. Вы бы знали, но Игорь меня заставляет, я его просила, заставляя меня. Мне так неохота, лень, я уже устала так. Я что-то в обед вообще, может, минут 25 покемарила, уже спать хочу. Но нам еще нужно будет прийти, там домой отогреть ванную, поставить ужин. Еще влог хотела смонтировать, сейчас смонтировала, не закончила. Вот, потом еще искупаться. А я уже устала, но надо. Хотя бы немножко, но погуляем. Мы сегодня утром 5000 шагов натопали. Сейчас хотя бы еще 2000 натопать было бы хорошо. Посмотрим, сколько сможем. Давайте проглядывать за Игорем. Игорь. Важный такой. Кроссовки свои новые каждый день протирает. Поправляется он там. Поправляйся, поправляйся, лучше, лучше. Что ты скажешь, Игорь? Прохладненько на улице. Прохладненько? Пакет мусора не забыл. Так, то что, мы уже дома погуляли недолго. 1200 шагов натопали. Вот, и сейчас уже готовим рыбку, искупались, вот, хорошо, так, всякие процедурки сейчас сделаем, вот, сидим, ждем ужин наш, готовится, вот, так что, да, уже нагулялись. Ну что, блюдо у нас готово, вот так вот оно выглядит, такое румяненькое, все, сейчас буду накладывать. Так, ну что, сделали сервировочку, сейчас еще Игорь несет наш этот компотик домашний, который мы сварили. В общем, будем пробовать. Надеюсь, это будет вкусно. Овощи прям такие хорошо сготовились. И рыбка видно тоже. Так что всем приятно. Мы будем кушать и смотреть таксиста. Вип-такси, который танцует на Майбахе. Танцую на Майбахе. Ну, пусть будет танцую на Майбахе. Всем приятного аппетита.